За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. А теперь моя королевская рать. Но, помните, я вам говорил, сколько фильмов, нет, сколько в вебинарах я вам показывал площадки спортивная, ледяная и горка, и еще этот самый, как он называется, ну, огромный ФОК, так называемый. Так вот, с тренажерами пустые, да, но если там и появлялись дети, то только девочки. И тогда я сказал себе: девчата, за вами будущее. И как получилось, что если ко мне поехали учиться, то поехали девчата. Я познакомился с сами тремя. Высшее образование, как там было, красавицы и прочее, что там было, студентки, но они уже не студентки. Внимание, вот хвастаюсь, не могу. Берет, да, и вот что интересно, да, высшее образование, я познакомлю потом, так. Крутейшая компьютерщица создала мне сайт популярный. Я завязал эти косточки, ну, из благодарности. У нее снесло крышу, внимание, это ее фотография с ее сада. Читаем. Вот. И мы будем подробно, почему? Потому что это учебное, а я хочу... А это Челябинск. Смотрим. Жара ушла, пошли сильные дожди, плоды сенцев поины увеличились в размере. Я, честно, не поливала. А вот это моя школа. Взрослое дерево само должно добывать себе еду и воду. А если честно, как и у меня, на все время нет, да? Сдохнет, сдохнет. А она сдыхать не хочет. Почему? Потому что жара не то, что благо для абрикоса, но жара его никогда не убьет. Понимаете? У нее стержневой корень. Вот наша учеба, вот наша наука. Ну, полюбовались. А ведь это сеянец Фаины, той самой моей Фаины, которая завоюет весь мир. Поверьте мне, завоюет. Ирина Александровна, я вам 20 черенков приготовил. Вот так. Вот. Куда будете? Вот, ну, подумаешь, это аспирантка, подумаешь, все, а ни земли, ни денег, ничего нет. Скромно. Это наша действительность. Так. Пойдем дальше. Это так, случайно сказал. Я же говорю, только хорошим буду. Вот они, плодики-то. Сеянец. Сеянец, сеянец, сеянец. Сеянец. Вот. Катя, милая Катя Кузнецова. Одна из трех моих духовных дочерей, самых близких ко мне. Вот. И вот заметьте, что я вот так, меня вот это удивило. Ну да, она это, сайт вела. Хочешь, не хочешь, а статью прочешь. Слушайте дальше. Это она написала, чуть ли со стула не упал. Так. Тем, кто пытается определить культурность сеянцев по листу, у меня такое определение не работает. Кстати, у самых знаменитых ученых работает. Я даже когда-то их цитировал. Например, у дерева с самыми крупными и вкусными плодами лист небольшой, гладкий. Достаточно вытянутой формы. А у дерева с крупными, округлыми, широкими, бархатистыми ночью плестом плоды красивые, румяные, но мелкие, с легкой горчинкой. Так вот, а меня все дома. Это вот скажите мне, я поймите, Катя, это вы меня научили не доверять классикам. Я и сам уже давно, у меня есть фотография специально, вот такой лист, а плоды вот такие. Это я знал, но мне нужна каждая гирька. Каждая это. Это как счет, знаете, раз, один пример. Вот у меня 18 примеров в пользу, а ваш 19. И что получается? А меня все. Вот, Валерий Константинович, у меня пошло 20 вот ваших мальчишеских быков. А лист у всех разный. Как выбирать? Катя, вы меня окончательно запутали. А? Я еще... Недавно говорил, ну, на всякий случай, это не... Поняли, да? Вот это есть учеба, ребята. Пойдем дальше. А вот и наша Катюша. Вот. А еще здесь, знаете, чего нет? А еще нет... Я забыл, у меня было еще одно письмо. А в нем были академики из косточек. Это Фаина. Здорово. Но у нее еще были академики из косточек.
А я только потом вспомнил, сегодня поговорили по телефону. А какие? А, да те, которые с носиком таким, как вот таким вот. Точно. Вот это да. А уже поздно было показывать, то есть искать. Вот. Вы представляете? И я в какой-то момент понял, есть люди, у которых любовь к природе передается деревьям. А у других-то нет. У равнодушного человека, может, этого бы и не получилось. А биополе вот этой Катюши, оно есть. Понимаете? И у, этих, и у этого дерева тоже есть биополе. Но это уже как-то, как есть химия, есть алхимия. Есть наука, есть же наука. Ладно. Я говорю, Катя, срочно твои данные. Вся страна должна вот это знать. Ну, почему-то решила телефон не давать. Ну, видимо, думает, что сейчас не отобьется от поклонников. Ну, боюсь, что это много не будет, не надейтесь. Так. Кусочек из письма. Многие в этом... А, нет, 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 нет. Ну, короче, размер плодов дальше пойдет так. Я его успокоил так, что каждый год размер плодов все будет увеличиваться. И так несколько лет. Вот. Теперь внимание. Это одна из моего, это королевской рати. Женский, нет, женский батальон. Ой, какие у меня девчата. Вот. Вы знаете, самое главное о них скажу. Вы еще не все видели, не всех. Они какие-то чистые. Они какие-то не только грамотные. Ведь это же компьютерщик крутейший. И вдруг стал садоводом. Вот, как Катя, да? Они какие-то порядочные. Они какие-то... Вот все эти девушки, я чуть опережаю события, не всех показал. Они настолько приветливы, они какие-то обаятельны. Я уверен, что вот такие, сделай он эту самую. Как вот, вспомните, там, то ли Курганская, то ли Оренбургская, одно из двух врать не буду, научное учреждение, директор и кто-то там еще, типа бухгалтера, обкрадывали 10 лет ученых, отрывая их зарплату. Представляете, как это было? Нищие ученые, и только два человека вот так. А вот это вот другое поколение. Они никогда этого не сделают. Понимаете? Или я это, голову. Я чувствую людей, я знаю, я вижу вот эти вот улыбки, я вижу вот это вот. Это, у меня слов нету. Это такие люди. Ладно. А я про них не закончу. А знаете, для кого я говорю? Вы думаете, для министра, который этого не увидит, или замминистра, который тоже этого не увидит? А еще и другие люди. Вот. А им тоже нужны специалисты. У нас сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Я этих девушек, в данном случае девушек, называю штучное изделие. Пусть не обижается на этот цинизм. Штучное изделие. Смотрите, профессия ИТ-специалист. В детстве с удовольствием приезжала на дачу. Вот откуда же пошло. На даче было, у дедушки, бабушки. Вот они корни-то. Вы еще спросите, наверняка с Украины. Я говорю, лучше садоводы с Украины. Точка. Помогала в саду. Общая информация, конечно, из книг. У меня своего сада не было. Этот участок купили для свободы, с тех пор и выращиваю. Яблони, груши, сливы, абрикосы. Конечно же, успеваю, к сожалению, не всегда. Кстати, это в данном случае плюс. Не дай бог, если вы будете успевать за ними ухаживать. Вот. А? Если вы будете ухаживать. Все, вы можете сейчас бросать все. Все равно сад погубите. Я не профессиональный садовод, но учусь. Очень рада, что познакомилась с Юрием Латинком и с вами. Это меня Латинком познакомил. Благодаря вас у меня в саду сейчас есть такая красота. Кузнецова Катерина. Вот она, видите, красавица.